Маргарита решила сделать другое приглашение. Пригласительное. Музыкальное, с фотографией. Отец. Дай пять. Ну, дай пять. Носик, курносик. Будем завтракать. Доброе утро. Добрый день. Это нахрен так. Кто-то там полез на уже с утра пораньше. У нас мокрой головой на улице, там же прохладно. У тебя голова мокрая. Голова мокрая. Хоть и солнышко, но все равно на улице прохладно. Решила на батуте попрыгать. Смотри, мокрая голова. На улице холодно. Вот мусли. Да, есть вон йогурт. Йогурт. Ну что, детки, конфетки, готовы к школе? Нет. Ура! Завтра школа! Нет. Я смотрю, вы такие счастливые. Каролина особенно. Макс, в садик пойдешь? Да? Ну вот. Теперь следующие каникулы когда? В декабре, да? На Рождество. Через 2 месяца. День рождения. Да, ровно через неделю день рождения у Маргариты. Самокат? Может, электросамокат лучше? Да. Нет? Не хочешь? Боишься? Да. Боится. Там же потихонечку нажимать надо. Кто так тоже делает хлебушек с маслом, сыпет сахаром? Это невкусно. Это вкусно. Это я делала так маленькая, когда была. Теперь мои дети так делают. Маргарита и Каролина. А Ксюше не нравится. Эй, йоу, ты будешь патчи делать, что ли, да? Нет, завтра. Завтра? О, Маргарита хочет делать патчи. Почему ты выбрала фиолетовый? Не знаю. А у меня какой там цвет? Тебя золотой. Или тебе этот цвет? Знаю, ты хочешь. Ребята, сейчас, пожалуйста, минуточку внимания. У нас к вам есть небольшая просьба. Может, так сказать, помощь ваша нужна. Наш очень-очень близкий, хороший друг Олечка, она недавно, буквально вот на днях, выпустила свой самый первый клип. Она сама пишет стихи, пишет музыку, песни, и мы очень хотим ее поддержать. Без вас, конечно же, у нас не получится, поэтому хотим вас попросить. Мы знаем, что вы всегда отзываетесь, что вы всегда помогаете. Мы оставим ссылочку в описании. Если вам не сложно, мы знаем, что вам не сложно, перейдите, пожалуйста, на это видео, посмотрите, пожалуйста, оцените. Она очень старалась, и нам очень хочется ей помочь, поддержать ее пальчиком вверх, конечно же. Это ее премьера, первый ее клип. На самом деле, мы сегодня уже с самого утра слушаем эту песню. Душевная. Да, очень душевная песня, очень хороший, качественный клип. Видно, что очень старались. Прям я очень-очень-очень-очень мое самое любимое слово, наверное. И мы хотим ее поддержать. Там ссылочку оставим в описании, конечно же. Переходите, посмотрите. Видно, когда человек старается, делает это от души. Хочется, чтобы этот труд просто оценили многие. И вот сидим, смотрим. Вот ее премьера вышла. Вышла она вчера. И мы вот крутим целый день эту песню. Всю песню вам не будем показывать, посмотрите сами, спокойненько оцените, поэтому заранее вас благодарим, спасибо вам большое за поддержку и надеемся, у Олечки все получится. Маргарита решила сделать другое приглашение, пригласительное, музыкальное, с фотографиями, и отправить каждому по WhatsApp, потому что то, что она рисовала на листочках, пока она их раздаст, пока она кому-то отправит, потому что есть друзья, которые живут в другом городе. Вот, и она решила просто по WhatsApp отправить. Так проще, так быстрее. Октобер напиши, октобер. ОКТ. Да. Что мне надо нажать? Почему говорите, что у меня всегда мне счастливая рука у меня? И что мы получим? Не знаю. Да, вот тут? Один, два, три. А что за башмак? Нет, это знаешь, какие недорогие? 3000. 3000.
¿Y qué puedes hacer? ¿Intentarlo de nuevo? Ага. Бонечки. Блин, ну вот эта вот дурацкая штука будет мешать. Ты хотела снять видео? Угу. Вот снять экраны, потом можно... Вырезать там... можно и все чуть-чуть подрезать сверху. Чтобы темпу тоже не было видно. Банюшкин, Банюшкин. Эй. Банюшкин, Банюшкин. Эй. Банюшкин, дай лапу. Молодец. А что такое серьезное лицо? Дай опять. Молодец. Дай лапу. Молодец. Дец. Дай опять. Ну, дай опять. Ты моя хорошая такая. У меня сейчас будет 4 теста. У нас... Не знаю, когда тест. Но скоро будет тест. У нас завтра уже школа. А сейчас должна учить... Смотрите, какая поломанная. Максим, надо, что ты сейчас упадет? Смотри, там оса сидит. А? Ой! Там оса сидит. Телефон принесешь потом? Сейчас. Да, нужно посмотреть, какие мордочки лучше нарисовать. Бонни, давай, тащи, тащи, тащи. Тащи, давай, тащи. Не получается? Бонни, она ломает ветку. Нет, смотри, чтобы не высохло потом. Ну там нет, ну там не будет. Вот еще есть. А, да. Да. Кисточка тоненькая мне нужна. Так, вот она первая. И где мне надо блэк? Вот только внутри. Вот тут нельзя, только вот внутри, вот здесь вот. Я пусали. Все, я мама понял. Все, мам. Да, теперь закругляешься. И уголочки вот сюда, такой злые глазки должны быть. Черные, да, и все потом закрасим. Да. Так вот, тут тоже глаза. Мам, выглядит как кошка. Так, киса. Зубы киса. Самое сложное. Угу. Вот. Это еда. Нормально. Угу. И куртку не испачкай, Каролин. Краска не акриловая, не отстирается. У него нос какой-то похож, как у котика. Да. Немножко уголки надо сделать. Ага, вот так вот. Угу. Готово? Вау! Молодец! Кароль, я дома! Молодец! Да? Вот так. Так, все, девчонки закончили. Так, у него, по-моему, один глаз у него получился больше. Так, все? Носик, курносик. Вода. Так вот. У нас очень много осталось. А. У нас там еще тут. Красавцы у нас тут будут охранять наш дворик, да. А другой вот туда, да? Да. Потом еще куда чучело. И здесь какую мордочку нарисовать? Мелко, смотри, вот эти это, еще. Да. Вот. У них, наверное, специальные такие это электро, не знаю, может, инструменты какие-то. Все, уноси этого. Чудо-юдо. Что-то он на какого-то похож. Может, глаза чуть по-другому сделать? Не, почему? Нормально? Все, уноси. Инопланетянина. Инопланетянин какой-то. С двумя зубками. Все, красавица. Так, мы еще хотим попробовать все-таки сделать чучело. Не знаю, получится, не получится. Получится.
Нужно сено найти. Палки, палки, да. Сено обязательно нужно. Так, у меня здесь готовится ужин. Грибочки. Макарошки. Фасолька. Опс, выскочил. Так, еще хочу добавить морковку, брокколи, цветную капусту. Наверное, все добавлю. Вот так. Последнее. Так, все, это сейчас будет все тушиться. Только мне придется крышку переставить. Все. Что я завтра одену? Это майка, которую я одену под низ этой футболки. Здесь штаны такие черные. Ну, может быть, я еще передумаю завтра. Не знаю. Уже собрала рюкзак. Ой, здесь такой бардак. Завтра уберу. Может быть, завтра еще и ремень одену. Пенал, а все другое не нашла, которое было в криминале. Ты уроки свои повторяла? Да. Сегодня. Молодец. Когда тест? Донорская. Ну вот. И это просто. Это мне не надо так сильно. Давай, давай. Все. Если на этой неделе у нас будет вохенплан, я вообще... А что такое вохенплан? Вохенплан. Нам надо за неделю это все делать. Да. Да, математика, дочь, за неделю все надо делать. Угу. Если будут еще уроки, еще тест. Ну все, отдохнули, хватит. Одежду подготовила, в чем ты пойдешь завтра? Так ты же хотела, чтобы я их постирала. Я знаю, но хочу завтра с ними пойти. Потому других у меня нет. Черные, я не знаю, где. Другие где черные? Ну вот, я их сама искала. Значит, тоже они все в стирке. Все штаны в стирке. Ну вот, нет. Значит, завтра буду стирать черное. Угу. Сходишь в школу, потом постираю. Вот это, что-то другое белое тоже в стирке. Я ее постирала уже. Она сушится, может высохнет до завтрашнего значит, дня. Значит, другую надела. Толстовку. Ты в это еще не ходила в школу? Нет. Что? Ну, как раз холодно будет тебе. Угу. Горлышко закрыто. Спит? Все, выключаем свет. Да. Все, пока. Пока. Папа. Ксюнчик уже спит. Она самая первая. Давай, спи, все. Завтра рано вставать, школа. Холодно на улице, дождь идет, слякоть.